Доброе утро, ребята. Вы, наверное, не согласитесь со мной, что это видео именно утра. С погодными условиями ни одного облачка и температура выше 30 градусов. У нас 7 утра, и вот для меня это тоже очень удивительно. Такого я сама никогда не видела. Так как лето у нас в этом году выдалось самое жаркое за последние 200 лет, вот за всю историю Ванкувера, за всю историю Канады, это вот самое жаркое лето. Мы здесь страдаем в этом году от жары. Это принесло нам не только прекрасные жаркие дни на пляже и озерах, но, к сожалению, и пожары. Вот то, что вы видите, это результат лесных пожаров в нашей красивой долине. Смог или дым чувствуется уже несколько дней в квартире, в доме. Запах, конечно, приятный такой, кедра горящего. Но сегодня небо заволокло дымной пеленой, и утреннее солнце выглядит очень странно. На видео, наверное, не видно, но в реальности оно как большое огненное пятно. И такое чувство, что это не утро, а поздний вечер. Ведь по прогнозу у нас знойный солнечный день, без облачка. Наверное, лучи солнца не могут пробиться сквозь плотную пелену дыма, которая накрывает нашу долину. Поэтому солнце выглядит как будто бы при затмении. Дома стоит запах костра, такой приятный, как я уже сказала. Ох, наши красивые кедры горят. Такое скорбное чувство в душе. Ведь я так люблю наш край, наши леса и озера. И в то же самое время у меня такая легкая паника и какая-то тревога. Как будто беда где-то рядом. Наш сотрудник на Фейсбуке недавно поставил статус, что их будут эвакуировать. Они подальше от нас живут. Вот, ну, я уже закрыла все окна дома, но запах все сильнее и сильнее становится. А вы знаете, я пожарный параноик. Я дико боюсь пожаров, ведь мне здесь, в Канаде, в моем доме пришлось пережить уже 2 пожара. И я такой вот уже, я прислушиваюсь каждый раз, если запах дыма, проверяю, исправно ли оборудование. Ведь у нас наш пожар был вызван именно неисправным электроприбором, электрической печкой. Я уже прислушиваюсь к каждому сигналу пожарки. Вы слышите пожарные машины? Ой, страшно, конечно. Не дай бог. Ну ладно, всем хорошего настроения. Скоро вывешу апдейт, как у нас дела. Пока-пока.